Я же ГБ не брал. Так, ну что, у кого протоспеки есть? Еще. Просто светки поедете. Ставь рыбу. Все, поставил рыбу. Видно есть? 40к в мишке вам пишет. 40к в мишке нормально, чтобы сверки половить. Спекнешься? Просто половим с тобой сверки. Ну. Да без спека, ладно. Без вот спека, так нормально. Ну. Так половишь, да. Один танчил, да? Я сейчас прошу спекну. А кто там будет спекаться? Сейчас попрошу. Че, забыл выпить? Молодец. Да, блять, вон у танку 56 тысяч. Все, ты с танку потанчишь, ты возьмешь черную, будешь танчить светлую, а танку наоборот светлую, будет темную танчить. Грилит, на тебя ответственность перед... У тебя же ДБМ есть, Грилит? У меня? Нет, нет, у Грилита. Лок. Да, вот. Без команды моей, а этот... На противоположную цель всегда косноязычие кидать за 5 или за 6 секунд до каста способности, окей? Потом все в один фрейм встаньте, чтобы нам проще ловить было. Мили, РДДшки тоже во фрейм танков становились, но не слишком близко, потому что танки тоже сверки ловят. Где-то 3 метра от танка, смотрите. Мишка, ты будешь с этой стороны ловить. Вот. А я вот с этой буду ловить. Далеко не отходи, и все нормально будет у нас. Давайте на бафу готовность смотрим, что посмотрим, что по бафу. Так, все, ДБМ-пул. Если есть СС, так вы кидайте на ИВБ. Все. На пол и на печеньку. Также хилы не забывайте прохиливать вот эти метки, которые я сейчас закинул. В один фрейм встаньте. Мишка, ты куда? Ты с той стороны только ловишь. Я с этой стороны буду ловить. Мишка, ты пропустил одну. Мишка, прожмись, она сейчас будет бить сильно. Прохиливайте танк. Позже. Спецспособность 10 секунд грилит, давай. Договор так же. Под конец прервите. Да, почти. Давайте. Дай АБР по... Пробафайте его сразу. Сейчас по-любому спецспособность со сменой цвета должна быть. Угу. 10 секунд. Готовьтесь.
Мне на цели Геру дайте сразу сейчас. Белую берите и дайте другую. Белую и черную. Гера пошла. Мы с тобой черные берем. Мешаем. И ловим черную. Все, переводите. Аккуратно только. Массакра, если есть, да. В один фрейм так застановите, чтобы нам легче ловить было. Все так же. Встаете с белой, нас прохиливаете. Пожимайте мишени. Ну, ты не выдержал, окей. Я подержу сам. Все хорош. У кота потенциал танчить есть. Так что ты задумайся. Не выпала прыга, я же говорю. Она никогда не упадет, блядь. Бля, ну посох, смотри какой. На котёр. На Кероса выпал, блядь. Да, но, Керос блядь. Не пришел, вот скиньте ему, сделайте скрин. Пусть, да, знает как, на датчиках. Я ему в личку потом скину. На Ханта, кстати, охуенный тоже босс. Хотя он без крита, но не знаю, такое. Ты все еще сомневаешься в могуществе, Ардейбл. Ну там запустил. Мы примем любой вызов. Мне места нет, поделаешь эти штучки. Ок. Я вот на Савелов прям хотел. Рецептик могу сразу изучить. Четыре бопа заебись, да? Да, хватит, я думаю. Там за две переходки убьем. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Я бы Грул Магик Гер еще походил. Печеньки. Да, я тоже. Ты знаешь тактику? Если я соберу, ты сможешь там объяснить людям, ну, что да, делать? Да, конечно. Хорошо. Я в скором времени как раз хочу людей добрать, а то фугами невозможно собирать. Да этих людей добираешь, блять, они неделю посидят, потом ливают нахуй, хуй поймешь их. Кто тактику не знает ВВК 25 на ногу, плюс напишите сразу. Да все тут были в десятках. От шипов убегать, вам боб дают. Стоите возле лужи. 2 секунды на бобе остается, заходите в лужу. Ну, в 2 закупки обычно мы должны успеть. Должны. То есть уже хочет. Смотрите, блокерская лужа будет здесь. Ни в коем случае звезды лужу не разбивать. Сейчас чуть ближе к аномалу поставлю. Любой ДК сразу гриппает эту лужу и просто разбивает ее. Босса мне туда, к стенке вести, да? Да-да. Потом на 10 секундах уведешь его, как обычно. Смотрите, рассказываю. Сперва вы будете бить Алнубу в печеньке, какой-нибудь ДК мне грипнет в лужу, и все, про блокера вообще забывайте. 2 ханта, вы напуливаете по КД 4 мобов на звезду. Нашли звезду, прописали макрос на напул. Если вы не
напуливаете вовремя мобов, то все, это вайп, потому что он сразу идет. Сразу, говорю, напуливайте сразу с вашей стороны мобов сразу. И справа, в последнюю очередь, я пытаюсь забрать право. Мне нужно, чтобы левые обязательно были напулены. Рога, если что, подстрахуй. Да, да, Рога подстрахуй. Чтобы они к вам в рейд не пришли. Если вдруг к вам пришли в рейд, сразу какой-нибудь паладин заферяйте. И дайте контроль. Вот смотри, относительно Луны. Со стороны Луны два ханта. Вы напуливаете один с этой стороны, другой с той стороны. Всегда. Но на третьей фазе, когда оно будет красное, сразу со стороны Луны напуливайте и креста. Аккуратно только. Далеко от хилов не уходите, потому что вас не прохилят. Так, окей. Потом, на 10 секунде, когда босс будет закапываться, наш танк уведет его, вы все перейдете в блокерскую лужу и зальете больших мобов. В это время, сейчас я поставлю какого-нибудь ДК на Луну, чтобы он там грипнул лужу, и чтобы первая лужа пошла в Луну. То есть перед лужей стоите, вам дадут боб, потом вы на... Когда 2 секунды боб остается, забегайте в лужу. Вторая лужа будет разбиваться либо в этот в ромбе, либо в кресту. Да. Смотрите, как вы убили мобов в блокерской луже, вы все идете в череп вот здесь и просто бьете с этой стороны всех мобов, скоробеев, чтобы не лутать лишние стаки. Обязательно бейте. Потом я на третьей фазе поставлю тотем от сил природы. Все. Самое главное — это бопы. По бопам я сейчас поставлю первый боп. У нас дает хапал Джайден. Слышишь? Ты первый боп. То есть ты сразу стоишь возле Луны где-то и ждешь человека, на которого он пойдет. И не забывайте, если кто-то там в луже остался, сразу ему двань свободы дайте, чтобы он успел выбежать. Второй боп у нас даст Бузлайтер. Бузлайтер, слышишь? Все. Когда до выкопки, точнее, босс останется 10 секунд, вы просто кайфите и бежите в печеньку, чтобы он сразу там скопался. Лужи не ломайте, желательно. Все. Особенно блокерскую лужу. Если блокерскую лужу сломали, это вайп. Третий боб даст харди, и четвертый плюс-минус танку. Танку будет стоять возле меня, он будет меня хилить. Вы на блокере не сосредоточитесь, только на себе. Так, есть у кого этот? Пейте обязательно еще сопроты, если есть. Обязательно. Я в гильдан закинул там 30 с хером сопротов. Отойдите от ГБ, я не могу взять его. Отойди. Не могу на ГБ тык. А как ты не можешь? Я тоже не могу. Если... Да Леха вон стоит. Леха стоит рядом, блядь. Отгони его. Леха, отойди от ГБ. Ты... У них, короче, знаете, что я понял? У РСДКшников передний фрейм сломан, задний у них нормально работает. Задний не стоишь, и лутаешь, блядь. Леха, смотри, ты здесь сейчас грипнешь лужу, а потом, когда босс уведется, после того, как он велся, сразу в Луне грипнешь лужу и там разбиваешь. Все. А со стороны крестика и ромба кто-нибудь разбейте уже. Кто сможет разбить? Женя, разобьешь там уже сразу? Окей. Все. Ну все, это вся тактика. Еще раз по бопам. Первый хапал Джайден, второй Бузлайтер, третий Харди и четвертый Тон. На третьей фазе, народ, если есть сопроты, пейте. Я не знаю, ну либо с гильдбанком. Стаки не копите, сразу говорю, стаки не копите. Аккуратно бьете и все. Ханты, самая главная задача, сразу распределитесь между собой, кто с какой стороны мобов пулить будет. У вас как раз на пол 30 секунд, и мобы 30 секунд появляются. Хорошо, ты мобов с черепа, тогда другой мобов будет с Луны пулить сразу двоих. Я буду говорить, когда мобы выйдут. Давайте на понимание. Сразу под босса встаньте. С первого трая должны убить. СС сразу раздайте по ИВБ и хилу. Все, пошли, пошли, все, пошли, пошли, пошли. Урунус, Морозов, давай.
Все. Готовьтесь напуливать ханты. Все, на пулу пошел. Танку ты тоже сбивай, если что. За 2 секунды до кассы. Вот охлопнули, братан. Березка. Мобы выходят. Готовьтесь напуливать ханты. Все, сразу в уже сбейте, убейте больших мобов. Леха, ты уже в луне разбивай. Больших мобов убейте. Готовьтесь, кто на луже будет. В луну побежите. Череп, готовься. На него боб дадите. Копал, готовься, дай боб. По черепу боб. Лол. Быстро, а дайте ему. Я луже разбил. Да, ребята, вот тут реально в первый раз, что дайте боб. Да. Почему вы так долго мобов больших убиваете? Как лужа, сука, слилась в кресту. Кресту лужи нет, если что. Выбегите из лужи, бокерскую не ломайте. Дайте лужу. Дайте боб по танку на тебе, сам дашь по себе боб. Просто дай боб и все, и кайте. Не надо лужи добивать, 5 секунд до выкопки. Все, мобов слейте сразу. Мобов убейте в первую очередь, скраби. А вы есть быстрее. Мобов больших на пульте, срочно. Блять, ханты, что с вами не так? Напуливайте мобов нормально. Это единственная ваша задача. На 35% стопните урон по боссу. Процентах. 47. Ханты на пул. Через 15 секунд. Хуй знает, надо сейчас уводить, нет? Вот сюда, наверное. 30. Да, подальше. Нормально, нормально. Все больших мобов залейте, на ком череп просто самую дальнюю лужу побежит. Боб даст бозлайтер. Черепу дайте быстрее, уводи. Дайте боб сейчас, он не успевает. Просто беги, беги. Нет, не туда, уйди просто, видишь? Разбейте лужу под ним, если есть. Рывок делай, сейчас кружок. Сейчас уже. Рывок, куда нибудь. Рывок, кружок. Все, сдох. Классно. Вот в этой попробуй потанчить. Окей. Дадите боб. Выживите. Харди, а ты боб даешь. Бля. Поздно, да. Вон, еще одна лужа есть, просто покайтесь. Ебать. Ой, блядь. Сдайте бомжей. У кого кто не сдавал. Блять, один такой откинулся. Это надо заново пробовать. Давай. Да все, блядь, тут ребята вообще да, никакие. Они не понимают, что делать. Вот надо сейчас у кого скада есть линкануть дамаг по трэшу по мелкому, его надо бить нахуй. Не как по пизде ладошкой, а бить нахуй сильно. У вас дохуя его живого трэша. У трэша хп пиздец мало нахуй. Его надо разъебывать за 2 секунды. У мелких эти скоробеи. Да, конечно, у нас танк мертв.
Точнее, у нас по урой должен лежит. Вы понимаете вообще, может вам, блядь, проговорить, зачем Боб кидается? Босс находится под землей, блядь, минуту ровно. А луж всего 6, ребят. Поэтому мы не можем их тратить. Нужно протянуть время. Для этого дается Боб. Шипы сначала медленно идут, потом ускоряются. Там второй Боб, по-моему, или первый Боб. Джайден, ты первый Боб не дал, там лужу разбил чел первый. Он киртал нормально бьет. Это. Все вы должны, блядь, как киртал бить по трэшу, блядь. Тогда у вас трэша не будет столько. Кто-то и бланит ниже, там, 10 до 20 места посмотреть, кто-то нахуй не бьет вообще, вот, 9 место 300 тысяч, нахуй. Где-то он красавчик. Ладно. Короче, да, вот играйте по трэшу прям жестко. На ком череп сразу смотрите, где лужи, вы теряетесь, как слепые коты. Стаки не копим. Поэтому я говорю, все вместе держите. Вот, примерно в черепе держите, все вместе и заливайте трэш маленький скоробей. Тут из-за скоробеев травы только, из-за наплывов, мобов и все. Вот модел, вар, блядь, 150 тысяч по скоробеям. Чё ты, блядь, вала ебёшь, нахуй? Он варакаш, нахуй, 500 тысяч набил, нахуй, а ты модел, блядь, 150 тысяч. Вот из-за тебя, блядь, 1000 жуков, нахуй, живет. Сейчас дальше гляну. Вы про мелких жуков? Да, да, про скоробей. Ну, бля, ну миликом... Я вот миликом... Ну, я бил, блядь, но у меня тоже стаки ловятся. Они начинают тебя бить. Чем в смысле, модел? А кто скоробей? Тут в основном мелких жуков должны РДД. Чем бы... Все должны бить, нахуй. Чем быстрее убьете, тем меньше стаков они повешают, нахуй. Ребята, если каждый скинется по ударам, мобы просто лопаются. Да. Поэтому все должны бить. Вне зависимости, милик ты или РДД. А Хука, вот этот шаман, молния, выбор славы, нахуй, 100 тысяч по скоробеям. Чё, блядь, тоже 8 тысяч даешь, нахуй, еще и скоробеев не бьешь, нихуя. Давайте посильнее играйте, нахуй, убьете нормально босса. Все, давайте, готовность. Тут по бобам также Джайден, Бузлайтер, Харди и там. Только пульните нормально. Да, чё тут надо, нахуй. ДБМ пул, смотрите, даю. Припот на второй секунде пить. Ебанутый, да, что ли? Пиздец, блять, это что нахуй? Я ебал, идите нахуй, лучше падайте, блять. Я ебал такой хуй. Пидоры тупые, нахуй вы пулите, блять. Что у вас, блять? Руки чешутся или что, блять? Или в жопе чешется, сука? Нахуй какой-то уёбок пулит. Есть у кого-то адон, кто этот пидор спулил, блядь? Вот и танчите сами, нахуй. Долбоёб, нахуй. Вот кто спулил, нахуй. Или петом, или кто. Сука, засуньте руку и в жопу, нахуй. Танк спулил, потом вы начинаете играть, блядь. Пиздец, нахуй. Я хуй знаю, что вам сказать ещё, блядь. Отчет дается здесь для того, чтобы танк, блокер, нахуй, поставил таймер, нахуй. Ну, все с разными аддонами играют, некоторые ставят таймер себе, блядь. Там секунда в секунду выходят мобы, блядь. Через 10 секунд после пула выходят мобы, блядь. Он дает ударную волну, нахуй, дает стан. Если он этого не будет делать, блядь, жуки будут вайпать его. Уберите свои руки, нахуй, за спину, блядь. И посидите, подождите, пока танк спулит босса, и потом начинайте играть, блядь. Почему вы такие нелюди, нахуй? Джесси, сможешь поставить, Женя? Да, поставлю. Да, Джесси уже надо. Кто
Кто спулил? Мне показалось, там шаман шок был. И он стрелкач пишет. Танку пишет стрелкач. Не тыкайте на босса на шоке. С петом кто? Ханты, локи, маги. Не тыкайте на босса правой мышкой, кнопкой мыши. Левая кнопка мыши для этого есть, чтобы выбрать босса. Я вот нажал, сейчас смотрю на босса, нахуй. Босс не спуливается. Сука, блядь. Да вообще, блядь, ёпта, ханты вы напуливать должны, блядь. Нахуй вы лезете на босса. Давайте на готовность. Все пробафались. Он ДКшник подбегает, бафы все обновите. На ДК дайте бафы, кулаки раздайте по варам, по ДКшникам. Зачем тут крик на по хантам кулака нет? По рогам тоже нету хан. Во. По друиду дайте кулак и по хантам кулак. И по шаманам дайте один кулак. У нас 4 паладина. Ретрик, дай кулак, пожалуйста. Хардия, дай? Да, спасибо. Все, по друиду кулак дай. По друиду, Хардия. И мы начнем. Каску дайте по друиду. Бузлайтер, дай каску по друиду. Это можете дать кулак по друиду? Хардия, дай кулак по друиду. Один друид всего, кот. Хулипал, ебани уже кулак нахуй по этому друиду, блядь, это пиздец. Все, есть у него кулак. Давайте готовность. Руки за спину берите сейчас, давай, что там отчет. Все, даю отчет. Припоты на второй секунде бьем. 5, 4, 3, 2. Припоты выбили. Помощники, готовьтесь напуливать ханты. Помощники, 10 секунд, ханты готовьтесь. Легко готовься, тоже забивайся. Все, все больших мобов бейте. Быстро слейте больших жуков. Черепу быстрее. Блять, пизда нам нахуй. Надо было к озеру. Дайте боб. Танку дай боб по черепу. Дайте БР по хапалу. Через два гриппа опять блокерскую лужу сюда сделайте. Через два гриппа лужу сюда потяни. Блять, гриф ленивый.
дал первый. Все, Боб, дайте проект кислую, все, через дисперсию пока. Все, сейчас просто череп катит. Боб и все. Скопался уже. Все, и мелких жуков убейте, больших напуливайте ханты. Больших напуливайте. Киртл, закинь на кого-нибудь другого МК. А вот следующий раз к озеру отойди сразу, потому что слишком близко. И раньше надо отводить, наверное. Да я что-то не думал, что к озеру надо в стенке, да. Мобы выйдут сейчас, готовь. Больших мобов уже готовьте. А пол больших. Аккуратно, аккуратно, потому что они ключи не заграны. Полностью в лужу не заходите, рядом с краем. Да, у нас бывает трупа еще. Выйдите с лужи. Луну. Первое, луну, Боб добить. Хапал, ты Боб даешь, если есть. Боб, если дайте. Нет, харди. Дайте сейчас, Боб, дайте, Боб. Танку сам по себе ждать можно. Вторую лужу, морозную сферу сгрипните подальше, пожалуйста. Морозную лужу, вон. Вторая лужа, вон, убейте вторую лужу. Вот сверка. Вон к сверке прям идите. Беги, малышка, беги! Я упал. Те упадут, нету лужи. Вон лужи. Все, покайтесь просто. Попробуем, сейчас без стрел ДД хуёво будет. 5 секунд. Быстро скоробеев убейте, не лутайте статки. Все, ждем, пока статки упадут. Скоробеев убейте. Мобов на пункт. Бейте РДД. Вон красный там... скоробей бегает, блядь. Тотем ставь. Готовься с мобой. На пол мобов. Переводим. Закопка 26 секунд. 20. Да, перед. Блядь, танк сложил. Не сложил. Дай мне дуань спасибо. Дуань свободу. Похиливай меня. Гимн на жизнь дайте срочно. Готовьтесь напуливать, помочь. Где Гера была, ребят? Гера, да? На пол помочь. Блять, я же говорю, вот проблема с напулом помощником. Ну, может, не хватает их него на поле, он там ДПС или нам. Может, надо, чтобы Рога помогал. С той дальней стороны, чтобы Рога помогал. Если у Роги есть такая возможность. Ладно, тут уже чего убивать собирать? Давай просто, не будем много убивать. Сейчас разрулю шмот.
Так можно было бы, если бы люди немножко получше играли. Да, если бы получше, но тут вообще никакие просто. Ладно, спасибо за рейд всем. Да, спасибо, что пришел.